Представилась подруга невестки, проникла в дом и украла ювелирные изделия и деньги на общую сумму, превышающую 150 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан. 45-летняя жительница Избербаша задержана за кражу. Как выяснилось, женщина была освобождена только месяц назад из мест заключения, но снова начала преступную деятельность. Полицейские вышли на след воровки после заявления обманутой пенсионерки. Я на улице сидела и «Здравствуй, бабушка», сказала, «Здравствуй», сказала я. Я пришла, говорит, к вам ремонт посмотреть, как ваша невестка ремонт делала. Вот в спальной, показала спальной. «Иди воды принеси», сказала. Ее заманули, оказывается, она золото взяла оттуда, а оттуда деньги взяла. Бедная девочка, сколько плачет, страдает. На учебу это деньги сложили с пенсии. Каждый месяц пенсия сложила, чтобы на учебу отдать девочке и мальчика, обои.